Всем привет! У нас тут Алиса помогает Кате куховарить. Они вместе блины готовят. А я пока буду ждать, да? Это что? Это желтый. Может, это солнышко? Яйца желтые. Двумя ручками возьми, Алисочка, двумя ручками. Вот так. Так, сейчас Алиса научится блины жарить. Так, теперь идем сюда. Иди сюда назад. Ну хорошо. Алиса передвигается с табуреткой. Сейчас будете муку сыпать, да, Дотя? Да, муку. Тебе нравится готовить с Катенькой, да? Да, нравится. Поваренок маленький. На табуретке стоит, как будто бы высокая. Да, высокий, а бурятка. Ты недовольная, да? Кнопочка, стаканчик. Это мерный стаканчик. Вот так. А просеивать Алиса умеет. Мы с ней пекли печенье, она просеивала. Давай только осторожно. Да. Ниже, ниже опусти, зайка, ниже. Давай теперь я чуть-чуть, да? Да, а теперь я чуть-чуть. Давай я буду сыпать, а ты будешь мешать, давай? Да. Держи вилочку, вот так вот мешай осторожно. Ну, хорошо. Все. Мешай, мешай, еще мешай. Все, я вот так буду мешать. Мешай хорошо. Да, только другой. Вот так, по кругу мешай, вот так. Это я вот так лучше другой стороной. Ой, какие блины будут вкусные. Да, много. Много нажарите, да? Видела мама это сейчас. Какой вкусный! Вот так интересно, да? Видишь, как блинчики приготовить не так-то уже легко. Сначала надо все намешать, а потом пожарить. Смазать маслом. Тем временем у меня на кровати. Алиса, отнесешь масло в холодильник? Конечно. Спасибо. Я отнесу масло в холодильник. Отнесу масло только в холодильник. Какая ты помощница. Я отнесу чуть-чуть масло в холодильник. Молодец. Чтобы я была жилкотек. Спасибо большое. Да. Все, тесто готово. Да, тесто готово, да. А что теперь? Жесть. На сковородочке? Ну-ка, обойдем, Катя, обойдем, обойдем. Ой, подожди, Алисочка. Я потише, чтобы не упала. И ножками. Держи, держи, чтобы я не упала. Ну, неплохо так, ты меня держишь. Ну да. Идем жарить блинчики. Алиска такая довольная, что Катя ей дает все с ней делать. Вот так вот. Вот так вот, когда готовит, потом с большим удовольствием ест. Алиса, посуду будешь мыть? Да, хочу. Хочешь? Попробуем помыть посуду. Первый раз в жизни. Попробуем. Только рукавчики, закатай рукавчики. Отнесешь в холодильник? Ты! Ну ладно. Да. Мой пока посуду. Да, такая, не заэксплуатируешь ее. Ну я же не пыталась. На, доченька, тебе мочалочку. Держи. Надо закатать рукавчики. Да, и что мочить посуду? Так, теперь на мочалочку мочи.
Водичка хорошая, хорошая. Мочи и чуть-чуть капнем средство для мытья посуды. Давай. Да. Немножко. Теперь уже не мочи. Ого, немножко капнуло много. Мама капнула. Теперь вот так вот делаешь, чтобы пенка появилась. Держи. Ну, вот так, пожмакай немножко. Да. Чтобы пенка была. Все, а теперь смотри, берешь чашечку и намыливай ее там в серединке. Держи, одной рукой держи чашечку. Да. А второй хорошенько намыливай. Прям хорошо вот туда опускай, хорошо намыливай. Вот так. По кругу, везде, всю намыли. Всю-всю. Как тебя мочалкой моют, так вот надо помыть и чашку. Везде. Со всех сторон. Да. И снаружи тоже теперь, смотри, вот здесь помой чашечку. Бери, держи. Здесь ее намыль. Хорошенько нажимай сильнее, чтобы она была в пенке. Выдавливай на нее пенку. Вот так вот, смотри. Вот так. На. И намыливай. Держи чашечку рукой. Да, вот так держи. И намыливай. Вот так, молодец. Нравится? Помощница такая. Помощница маленькая. Нравится мыть? Да. Вот я помню, мне тоже в таком возрасте так нравилось мыть посуду. А бабушка моя всегда кричала, что я ее хорошо не помою, забирала у меня. И мне потом перехотелось. И мама моя говорит, вот видишь, говорит бабушке, зачем ты, когда ей хотелось, ей не давала. Я уже стала старше и не хотела. Идем жарить первый блинчик. Идешь блинчик с Катей жарить? Ну, хорошо, да, пойду. Давай тогда пока водичку закроем, помой ручки. Смывай ручки от пенки. Смывай. Видишь? Да, а пальчики нельзя жарить. Пальчики нельзя жарить, конечно. Да, здесь да, огонь горит. Смотри, как Катенька делает. Да. Мам, подашь тарелку? Угу. Большую? Да, да. Да, как да. Сейчас. О, какая мне попалась тарелка. Где пирог? Спасибо большое. Подойдет? Да. Смотри, сейчас Катя блинчик на тарелочку будет перекладывать. Сначала перевернуть его нужно, да? Он должен поджариться с двух сторон. Да, надо. Да, надо. Смотри, как Катенька делает, Дуть. Да. Смотри скорее, смотри, что Катя делает. Да. Да. Смотри, как переворачивается блинчик. Оп. Блин. Первый блин комом, это нормально. Масло просто в первый раз добавляется. Поэтому кстати, нормально, не еще и не комом. Он чуть-чуть продырявился, все выложил. Я пожарила, наверное. Осторожно, Лиза, не пролей, хорошо? Ну, хорошо. Ну, хорошо. Вот такие у нас хозяюшки. Еще Насте, Насте не хватает дружбы, дружной компании. Да, Насте не хватает. Да, передай Насте привет. Скажи, да, Насте. Привет. Да. Привет. Готов блинчик. Кто будет кушать первый блинчик? Я. Я буду наливать. Смотри, готова наливать уже. Ну, хорошо. Подожди, Катенька скажет, когда наливать. И будешь лить так, потихонечку. Давай я тебе наберу, а ты будешь наливать. Вот так. Держи, ага. Дочь. Смотри. Держи, Алис. Алис, давай, давай, давай. Давай. Боится. Да, Костя. Мамочки сейчас меня пожарят. Тебя не пожарят, нет. Сашечку сделай. Очень горячий. Просто надо аккуратненько быть возле плиты, все. Какой тепленок. Ну, первый блинчик, да, не самый вкусный. Не самый красивый, но я думаю, он от этого не менее вкусный. Дырявенький. Ну, Алиска хотела. Давай книжечки уберем, раз ты кушать села, да? На место. Книжки. Она горячая, я бы даже... Подуй просто. Да, вот так. Ну все, можно кушать.
Кусай. Попробуешь, вкусные ли блинчики получились? Вкусные. Тебе подожди. Да нет, у меня горячий дуть. Тебе даже дуть. Можно кусать, кусай. Вкусные? Вижу, что да. Да, и ты что, да. Даже говорить некогда. Может, с вареньем хочешь? Да. Да, тебе даже варенье будешь макать. У нас вечер. Катя купает Алису, я собираю вещи с собой в Киев. Составила вот такой список, где записала, что не забыть взять. Вот болтушки для лица, ножнички для ногтей. Это то, что ну реально иногда забываешь. Уже наученный опытом, первыми пишу эти вещи, которые можно забыть. Записала взять нарды и шахматы с Костей играть. Винчестера хочу взять, понаходить архивные какие-то для вас съемки, потому что боюсь, в Киеве нечего будет снимать вообще на влоге. Там что мы будем зубы лечить, до дома сидеть, скорее всего. Там морозы такие будут. Записала, что Алисе с собой взять, цветная бумага, картон, ножницы, раскраски, клей, там ля-ля-ля-ля-ля, очень много всего. И знаете, сейчас так вот смотрю на то, что собрала для Алиски, и думаю, как же все-таки быстро меняются вот какие-то игрушки. Раньше я совсем другой список ей составляла. Сейчас у меня тут куча аппликаций, раскрасок, вырезалок, там чего только нету, наклеек, книжек, картон, бумага, ножницы, клей, понимаете, кисточки, краски. О, кстати, краски не положила, фломастеры. То есть игрушек почти ноль. То есть я понимаю, что она сейчас больше всего чем занимается, это вырезает, клеит, читает, рисует, понимаете. Ну вот я взяла вот это, она любит играть в больничку, лечить кого-то. Кинетический песок сейчас просто обожает, я туда запихнула все формочки. Ведро вот это тоже взяла, почему? Потому что она, скорее всего, из снега будет лепить. Так мне понравились вот эти пасочки огромные в этом ведре. Мне кажется, что из снега то, что надо такими огромными делать пасочки. И вот такие взяла кирпичики по методике Никитиных. Будем начинать уже тоже. У нас таких много коробочек есть. Там есть уголки, узоры. Ну вот кирпичики это самое простое. Тут идет от 2 до 99 написано. Здесь идут такие обычные брусочки разноцветные. И варианты, как их складывать. Ой. Пошли под одеялко. Кто тут покупался? Кто покупался? Бегом ложись, укрывайся, давай. Вот так мы всегда после ванны бегом под одеяло. Греемся. Потом снимаем халатик, надеваем пижамку. Давай снимем. Не, ну чуть-чуть погрейся, что тут замерзнешь. Сейчас немножко. Привыкнешь к перемене температуры? В ванной-то теплее намного? Да, хочу дать чемодуру. Да? Да, дай мне чемодуру, я болею. Ты болеешь? Нет, ты не болеешь, зайка, не надо болеть. И играть не надо, что ты болеешь. Давай лучше будем здоровенькими. Хорошо? Да. Ты хотела градусником мерить? Нет. Кто такой веселенький? Это кто такой? Спать надо, кто-то балуется. Дотя, пальцы грязные, не надо. Хочешь меня напугать, что ты меня укусишь? Я не боюсь. Я не боюсь. Не боюсь. Сейчас свой кулак укусишь, давай кусай. Прикинь, мама, я съела вот такую. Вот это новости. Что это за словечки такие? Что это за прикинь? Вот это да. Такого еще не слышала от тебя. Надо говорить, мама, представляешь? Мама, представляешь, что я съела? Ой, случайно такое я съела. Какое? Какую-то каку ты съела? Да, вот это. А зачем ты такую каку в ротик берешь? Потому что съела и не хотела. Нет, Алис, просто в рот ничего не бери. Только еду можно в рот брать. Договорились? Ага. Все, договорились.
Что ты делаешь? Сейчас упадешь вместе со стулом. Я не упаду, я же держусь. Все равно можно упасть, так кажется, что держишься, а потом бабах, и ты на полу. Так тоже бывает. Да, и на полу я бабах, и что не бывает. Да, потому что так на стуле баловаться нельзя, он может случайно поломаться, и ты упадешь. Да. Не балуйся, Алиска, сядь нормально. Есть же качельки всякие, чтобы качаться, специальные. Можно... Я не могу пройти. Садись попой дальше. Вот так. Все. Ай, чудик. Хочешь печенька? Не, не хочу, кушай. Может, тебе бананчик дать? Будешь? Только печенье съем. Ну, я принесу бананчика. Ага. Пришла на кухню кушать банан. Ну, правильно, кушать надо на кухне, правильно же? Ага. Или за столиком. Все. Нет, ты весь скушай. Или хотя бы половинку, дочь. Ну, что это, что это за еду, Калиска? Два раза укусила и все. А-а. Что, печенье вкуснее? Да. Оно же соленое. А банан, оно не соленое. Ты крекер взяла соленый, а банан сладенький. М? Нет, вот такой сладкий. Я на хорошее дело. Чувствую, быстро оно не заснет. Ну ничего, зато завтра будет все время в дороге спать. Все? У меня голова кружится. Конечно, закружилась. И у Кати, похоже, закружилась. Да, да. Видите, у Кати рука перевязана, ты ее прошу царапать. Маракасы. Это музыка. Там внутри крупа какая-то лежит, да? Откроем? Откроем? Нет, не открывается. У нас тут раненый боец, видите? У нас теперь туалетная бумага, уже не раскатываются дорожки, как раньше. У нас теперь вот так вот в больницу Алиса играет с помощью туалетной бумаги. Все-таки это универсальная игрушка. Когда понесли до меня в больницу? Да, вот так нога заболела, да? Да, меня до понесли до больницы. Ты прям профессионально обматываешь. Да, понесли до меня до больницы. Да? Да. Да, понесли до меня, так боюсь. А где же здесь бинтик вот пропустила колено? Или это так модно? Не надо. Чудо мое, ну обматывайся, я дальше пока буду все собирать. Так, что я тут еще записала? Альбом, фломастер и ручки взяла. Все для купания Алисы сейчас пойду собирать. Поилка, это я так называю эту ее бутылочку с соломинкой. Термос, посуда, лисенку в термос горячей воды хочу набрать с собой. Пижамы, холодное и теплое, стиральный порошок, сменные перчатки Алисе, байк. А, байк, это я хочу вот этот байк взять с собой. Мы там такую большую квартиру сняли. Да, написано байк. Сняли квартиру, которая практически 200 метров квадратных. И поэтому там на этом байке гонять будет самое оно. Вот, если он влезет нам в машину, то возьмем с собой. Так, помадка для губ, тапочек, две пары, ирригатор взять, шампунь, кондиционер. Короче, списочек еще тот, и это я еще его не дописала. То есть это еще не все, далеко не все. Книжки Алисе, соки, печенье, горшок или накладка на унитаз. Ну, одно из двух, я же не буду тащить и горшок, и накладку. Зубные щетки, паста, полотенце, сковородка, английский, подушка. Английский взяла. Даже две ручки взяла. Сначала думала, не буду вот эти вот тащить планшетики, а потом думаю, пускай играет с этой ручкой. Да ее можно надолго занимать этим. Вот. Ну, вот как-то так. Сейчас буду писать дальше, складывать дальше. Снимать на видео уже не буду, потому что я так ничего не успею. Нам уже с Алисой почти пора ложиться спать. Поэтому всем пока. Спасибо, что вы с нами. И, наверное, следующее видео уже будет... как мы едем в Киев или уже в Киеве.